Сегодня церковь чтит и вспоминает святых, чья земная жизнь и подвиг были связаны с Троицей Сергиевой Лаврой. Троица Сергиевой Лавра стала духовным символом собирания страны. Ее отличительные особенности – особый дух любви между братьями, уважение к книжному знанию. Из Лавры их несли в мир многочисленные ученики преподобного Сергия, в их числе преподобные Авраамий Галичский, Сильвестр Обнорский, воины-схимонахи Александр Пересвет и Андрей Ослябя. Вспоминают сегодня и сродников преподобного Сергия, его родителей, преподобных Кирилла и Марию. В сонм радонежских святых входит благоверный князь Дмитрий Донской, святители Стефан Великопермский, Дионисий Суздальский и другие. Сегодня церковь обращается к ним. Все святые радонежские, молите Бога о нас.